ما خبر؟ اسمع هلا кто там? Это участковый, откройте. Участковый, откройте. Не могу. Хозяйка ключ закрыла на дверь, она. А что случилось? Поступил сигнал, что у вас тут постоянный шум, гам и посторонние без прописки. Нет, тут потусторонний. Откройте, проверим. Не могу. Почему? Я в одном халате. Я что-то не пойму, ты там мужик Али-Баба. Я не Али-Баба, я Али-Диптерген. Так, ну слушай, как ты там тебя? Если ты мне дверь не откроешь, я ее сломаю, понял? Не сломаешь. Что, думаешь, сил не хватит? Сила хватит, денег не хватит. Замок 10 тысяч, ручка 5 тысяч, цепочка 2 тысячи деньга. Не сломай дверь, дорогой. Я тебе недорогой. Ты недорогой, дверь тебе дорогой. И вообще, мозги мне не компостируй, слышь ты, у вас кодовый замок стоит. Какой код? Какой код? Рыжий код, Васька зовут код. Слышь, хватит, а? Говори, откуда приехал. Отсюда я, с этого, с как его, с Москвы. Проверим. Кем приходишься хозяйке? Кем прихожу? Ну, рожай быстрее, кто кум, сват, брат, любовник? Любовника прихожу. И много вас там любовников? Зачем много? Только я. Да что, не слышал, что ли? У вас там целый шалман. Нету шалмана. Это телевизор шумит. Не ври. Не вру, клянусь. Мама, папа, бабушка и тетушка Махабат вот тут стоит, не даст соврать. Какая тетушка? Ты что там делаешь, а? Ремонт. Космический. Обои клею. А я слышал, там молотком стучали. А кто стучит? Кто стучит? Кто стучал? Это я молотком обои дюбелями забиваю, чтобы крепче было. А еще болгарка у вас там работала. Клянусь, нету болгарка, только тазичка. И сверлил кто-то. Кто сверлил? Кто сверлил? Никита не сверлила. Это ко мне зубная рвач пришла зубы делать. Ну, пусть мне этот твой врач скажет что-нибудь. А он не может. Он что, не мой? Конечно, не твой. Ко мне пришла. Ладно, слышь ты. Документы есть? Конечно, есть документы. Почему нет? Есть. Давай, просовывай мне под дверь. Я посмотрю. Не просовывайся, а паспорта толстая. Да? Да. Ну тогда просовывай, что кроме паспорта есть. Потоньше что-нибудь. Щиток кроме паспорта потоньше. Ну что там? А? На вот, кроме паспорта, на. Кроме паспорта. Так. Это что, получается, ты мне взятку даешь, да? Нет, клянусь, ничего не давала. Это сквозняк бумажкой выдунул. И много там у вас еще бумажек валяется? Нет, больше мусора нет. Можешь его выкинуть. Конечно, выкину.
Что ж мне тебе ее назад вдувать? Ладно, будем считать, что документы в порядке. В следующий раз приду, чтоб больше насорил. Больше не сорил, понял? Поняла, поняла. Ладно, пойду посмотрю, кто у нас еще ремонт делает. Эй, Махабад, Самахар, Болгарка, давай ремонт делать будем, давай!